вот, наконец-то я перевелась в этот университет. Надеюсь, здесь я проведу лучшие годы своей жизни. Так, а это еще кто идет? Привет, а ты у нас новенькая? Да, я только что перевелась. Тогда возьми и обязательно ознакомься с уставом о культуре поведения в нашем университете. Ну хорошо, давай. Пока. Пока. Да ну его нафиг. Привет! Я научусь на культуре поведения в нашем университете. Ха-ха! Культура, говоришь? Пойдем лучше вначале, хорошо оденемся. Ну вот, совсем другое дело. Пошли. Ну вот, так ты можешь идти в университет. Да нафига тебе эти пары? Пойдем лучше в столовую похаваем. Никогда его не слушай, всегда ходи на пары, а то тебя отчислят, и ты не получишь высшее образование. Нет, она не пойдет. Так пойдет. Нет, не пойдет. Перестаньте. У меня идея. Одевай очки. Пошли. Но у меня грязные руки, как же я буду кушать? Ну чё ты как маленькая? Отодвинься. Берёшь и делаешь вот так. Блин. Пара уже 10 минут идёт. Пошли быстрее. Вы опоздали на 20 минут! Вы хоть понимаете, что это значит? На зачет даже можешь не приходить! Все, садись на свое место. Быстрей! Чё, понравилось тебе на паре? Теперь пойдем со мной. А после пары классно покурить. Держи. Ага.
пока тебе ей помогать. Иди лучше дома ВКонтактике посиди. Нет, всегда делай так, как велит тебе сердце. Так, все, мне это надоело. Каждый раз, когда я слушала тебя, ничего хорошего со мной не происходило. На меня только кричали и высмеивали. Поэтому сейчас я поступлю так, как считаю нужным. Пока! Эй, с тобой все в порядке? Все в порядке? Да-да, все хорошо.